И расступились сосны. Открылась поляна, на поляне стоит дуб черный, а к дубу тому цепями девица красная прикована. А вокруг ней змей поганый ходит, огнем дышит. Уцелился Иван-царевич, пустил стрелу, да и вогнал между глаз змею душегубу. Упал тот, дым повалил у него изо рта, вылетело красное пламя. Сбежал снег с поляны, зацвели цветы, пошла по дубу молодая листва. Прибежали русалки, матки, закачались на деревьях. Пришел журавль на одной ноге, запели птицы. Мастерская Сергея Лебедева. Дарим волшебство вашему дому.